Организация исламского сотрудничества на внеочередной сессии с участием глав МИД стран-членов ОИС приняла резолюцию, осуждающую надругательство над Кораном в столицах Швеции и Дании. Документ призывает страны мира принять меры предотвращения агрессии в отношении Корана и вероубеждения мусульман. В МИА «Россия сегодня» 2 августа прошла пресс-конференция, посвященная антирелигиозным акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. Ее участником стал временно исполняющий обязанности председателя Думы РФ доктор теологии Дамир Мухиддинов. Эксперты оценили акт богохульства с религиозной, академической и юридической точек зрения. Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга. Эксперимент будет проходить в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин проверил ход восстановительных работ Мариупольской соборной мечети. Процесс ведется по благословению духовного лидера мусульман России муфти шейха Равиля Гайнудина на средства фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Москве 1 августа состоялась встреча в Рио председателя Думы РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухиддинова и ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова. Стороны обсудили развитие исламской теологии в России и договорились о сотрудничестве двух вузов, в том числе в издательской деятельности.